الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Снова с вами Умалик. إن شاء الله сегодня мы продолжаем изучать буквы и берем следующую букву. Это буква Ф. Я надеюсь, предыдущие буквы вы все выучили, прописываете, прочитываете, тренируете, чтобы у вас не наслаивалось одно на другое, а как бы дополнялось, расширялось ваше знание в арабском языке. Буква Фа, ну, достаточно легкая, схожая с буквой Фа в русском языке. Да. В написании она пишется только над строчкой и пишется, ну, соединяется и справа, и слева, если есть буквы справа и слева с ней, которые хотят с ней соединяться. Значит, пишется она, в принципе, в схожей позиции, как мы видим здесь. Здесь у нас позиция в отдельности. Если буква Фа пишется в начале, и буквы, такой общий, берите аналогия, что все буквы вот с такой как бы чашей, да, независимо там точки, есть вот этот кружочек с буквой или нету, то есть все буквы с чашей в начале и в середине, они по аналогии отсекают вот этот свой хвост, да, так называемый. Поэтому останется только начало, кружочек, который чуть-чуть возвышается над строчкой, и сюда. И у нас буква Ф имеет одну точку сверху. Да, то есть вот такая буква с точкой сверху. Если она приходит в середине, то соединительная линия. И здесь уже не будет так высоко она подниматься. Она как бы сразу будет. Вот видите, вот так вот. Сразу. Здесь чуть-чуть выше в начале было. И если она в конце, если соединяется, то также только уже полностью завершаем ее. И точка уже, когда буква полностью пишется, да, ну, не, в этом случае всегда точка пишется над вот этим кружочком. Так, и если буква предыдущая с ней не желает соединяться, и она в конце находится, то она уже пишется, вот как мы здесь ее видим в примере. То есть целиком и без соединительной линии. Звук согласовка у нас получается фа, фи, фу. Фа, фи, фу. Да, задействованы у нас получается кончики верхних зубов с внутренней поверхностью нижней губы. Внимательно, чтобы и чрезмерность вот этого выхода такого воздуха не было, да, то есть фа, фи, фу, да, чтобы аж ветром сдувало, нет, не нужно, то есть должна быть умеренность, и при этом тоже по пупи, да, не должна быть какая-то нанимая, то есть есть такое у нее цифра, как гэмс, фа, фи, фу, фа, фи, фу. Посмотрим примеры, которые здесь представлены у нас. Так, фэм, фэн, кэф, фэлэк, кэфэн, нафэр, фэуру, фэузу, фэхму, фикру, зифру, кифлю, фуль-фуль, третья строчка, да? Фуль-фуль. Науфер, науфель, фахима, яфхаму, ифхам. И последняя строчка. Ифтатан, яфтатину, ифтакеро, яфтакиру. Да, обратите внимание на то, как пишется буква Ф. В начале, в середине, в конце прописывайте, прочитывайте и будьте готовы к изучению следующих букв. С вами была Умалик. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.